Поэтому, уважаемые депутаты, я предлагаю, зачитываю проект на обсуждение, проект решения. За крайне неэффективную работу Генеральной прокуратуры Крымской Республики и органов прокуратуры по обеспечению верховенства законов, единства и укреплению законности в стране, борьбе с коррупцией и ненадлежащего обеспечения надзора за точным и единообразным исполнением законов органам исполнительной власти, за подрыв авторитета государственной власти и утрату доверия граждан Республики органам прокуратуры, парламентская фракция «Атамекен» решила следующее. Признать отчет Генеральной прокуратуры Крымской Республики неудовлетворительным, оказать недоверие Генеральному прокурору Крымской Республики Жолдубаеву Индире Рызбаевне. Обратиться к Төрағажауап Кенеши Кыргызской Республики с просьбой о создании временной депутатской комиссии по всестороннему полному изучению деятельности Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по резонансным коррупционным делам. Направить данное решение Төрағажауап Кенеши Кыргызской Республики. Кимден кандай сунуш? Төрага, менде сунуш бар. Бир пункт кошуп койсоңуз. Отставка чыккандан кийин Генеральный прокурор Кыргызстандын территориясынан чыгып кетпесине тыюу салынууда. Урматтуу депутаттар, бул маселени биз бул фракциянын чечимине коштосок. Бул баягы впереди да мындай. Ошондуктан муну жалпы сессиядан фракциянын атынан озвучивать кетели. Сессиянын атынан. Запретить выезд, покидать территорию Кыргызской Республики до окончания парламентского расследования. И не только их, которые проходят по КИБИ, да. Чиновники. Включая всех чиновников по тебе и других, сессия чыкканда специально берип анан азирден да парламентте ош чечебиз, өзүбүздүн конституция каралган укуктук мүмкүнчүлүгүбүз болсо, мы можем рекомендовать. Өзүнөн деле сурансак болот. Бир чыкпай турасызбы депчи? Суроолор бар эле деп. Макул. Рахмат.